В Ташкентском государственном юридическом университете состоялся узбекско-японский юридический форум. Встречу приурочили к 27-летию основного закона нашей страны. Организаторы – Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека. Подробнее о повестке дня мероприятия расскажет наш корреспондент. В центре внимания – обсуждение актуальных вопросов и тенденций развития Конституции Узбекистана и Японии. Как отмечалось на встрече, наши народы объединяют уважение и почтение основного закона. В обеих странах День Конституции отмечается как национальный праздник. Шла речь об отношении узбекских юристов к данному документу и взгляде японских ученых в Конституцию Узбекистана. Обмен мнениями, идеями, научными концепциями был интересен и полезен не только для ученых и юристов, но и для студентов, участвовавших в данном мероприятии. Мы обмениваемся сегодня опытом, с какими трудностями сталкивалась Япония в период проведения очень сложных и глубоких реформ. Мы тоже сегодня поделимся своими впечатлениями о том, чего мы достигли за это время, что мы разработали и приняли долгосрочный план, стратегию действий, рассчитанную на 2017-2021 годы. Проходят очень серьезные изменения. Думаем, что обе стороны сегодня найдут точки соприкосновения, и мы сможем дальше развивать наши отношения. Кроме того, участники форума обсудили предстоящий выпуск книги «Конституция Японии», которая будет издана на узбекском и японском языках. С учетом налаженных научно-исследовательских контактов Ташкентского юридического государственного университета с японскими вузами и учеными, издание будет долгожданным событием для обеих стран.